День добрый! На связи МК Бацкий! Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Европа Универсалис 4. И это у нас с вами 29-я часть прохождения за прекрасную, сильную, могущую, но сейчас немножко трещащую по швам Византию. И сегодня мы ее с вами будем лечить. Я доктор, доктор с лекарством, а мое лекарство это моя армия. Да, так мы будем лечить этот мир. Больной насквозь прогнивший. Всякой революционной заразой, сепаратистским гнилением. Ну ничего, мы вас вылечим. Мы вас закодируем. Так. Ага, а стоп. Хорошо, что я заметил это вовремя. Давайте, 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 пописты. Нет, самое прикольное. Ладно, тут были католики, восстали пописты. Но, блин, тут восточные христиане восстают пописты. Вот тоже тупость. Ну ладно. Особенность игровой механики. Папство как нация. Правильно, правильно, тусуйте здесь. Так, стоп, куда я вас поставил? Сюда. Да, все правильно. Вот так вот. А, так, тут у нас что? Ща дадим люлей вам. Угу. Ну. Угу. Тихонечку, потихонечку держимся. Блин, плохо, что унию не хотят. Россия хочет унию. Россия хочет контроль над нами. Ага, сейчас. Чего, серьезно? Палеологос, а, регион. А, подожди, подожди, нормально. Что-то я это как-то пропустил. Россия, оказывается, наша династия. Ой, богеми, иди в жопу. Они хотят, чтобы мы землю им отдали. Ну-ну, ну-ну. А-за-за, смешно. Макасарские. Это... Сколько? Откуда у вас столько здесь? Я что, плыть сюда должен? Вы чего? Касарские. Касарские. Не, а правда, как они тут вас стали? Тут ни корок, ни культуры, ничего тут. Блин. Ёп. Нет, ну это тупо просто. Ничего, мне флот теперь строить здесь. Давайте построим. Но это долго. А, ну тут еще можно. Ну блин. Ну что, я плыть должен туда или наемников набирать? Это дорого и долго. И профессионализм снижается. Скоты! Макасарские, блядь, пройти. Ну... Ну это тупо! Там ни культуры, ни религии, ни корок национальных. Как они, блядь, там восстали? Подрубаю что-то. Я говорю, Skynet confirmed. Мне это не напрягает, мы разберемся, но просто это тупо. Это не сложно, это тупо. Они такие же, как кофе Барак Обамы. Черные? Нет, тупые. Чё за хрень? Нет, это правда очень тупо. Я не против разобраться, если там как бы корка была, ну хотя бы религия другая. Культура, в конце концов. Касарский сепаратист, мы идем в нашу дивизию. Россия, ты лучше нам с восстанием помоги. Хрен она поможет. Бендер. Бендер, бендер, бендер. Та-та-та-та-та. Бендер, бендер, бендер. Стоп, это не Футурама. Да, кстати. Это не Футурама. Тут крепость не освободит, работайте. Потихонечку процесс идет. Ай. Хорошая новость. Угу. Дворяне восстали. Сейчас кто-нибудь еще восстанет. Нет, 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 серьезно. Ай, бикол. Как-то похрену. Ну пусть будет, хорошая новость. Ах, вы ж скоты, иди сюда. Блин, они вот эту крепость сейчас возьмут. Да, это не есть, хорошо.
Да я охренели в край. Так, сюда. Угу. Джадо, здорово. Восточный Азбин. Ужас. Ну и куда вас теперь кидать? Да по колесика. Тут, наверное, все, что можно взять, уже взято. А, сюда. Давайте, тут работают. Угу. Еще долго работать. Ну что мне с этими мудозвонами делать? Придется армию из наемников делать. Специально под них. Это еще так профессионально комплектовано. Это правда очень тупо. Причем 37 тысяч. Как будто тут охрененное развитие на 37. Это нелепо. Ладно, разберемся. Пописты. Так, сейчас тут допинаем. Порежем. Допинали сюда. Блин, у нас армии уже нет. Угу. Это не есть хорошо. Это совсем не есть хорошо. Париж переделали, круто. Ну да. Блин, с вот этими, конечно, национализациями с ума сойдешь. Мы еще поляк не переделали. Там рядом были гранатские. Да вы уже восставали там. Чего, два раза по второму кругу, окей. Давайте я тоже по второму кругу. У тебя армии нет, второй круг. А, ну да. Не, ну это правда очень тупо. Где наш флот? А флот где ты? А, вот он. Ага. Надо бы с ними разобраться. Что-то это мне не очень нравится. Если крепость это возьмут, будет жопа. А если вот это, то вообще пипец. Вот, сюда. Псики он. Вы же успеете, надеюсь. Сейчас будет весь, если они возьмут. В эту секунду. Да запросто. Но. К нашему счастью, не взяли. Отлично. Ну ладно. Хотя не в порядке же в очереди, ну ладно. А, это инвалиды, учитывая тебе 21 тысячу. А, ну ладно, тут не меняется. Замахали, ну уже реально во втором кругу пойду скоро. Грузинцев надо мочить срочно. Да, Грузию надо мочить. Клемсон сейчас полезет. Лезут все, кому не лень. Это реально очень тупо. Ага, 90 очков. Да восставайте лучше. Профессионализм уменьшить. Уменьшить. Только мне нисколько не радует. Не придется. Типа у меня выбор есть. Чего у вас? У нас такая была такая армия слабая. А, это где-то, наверное, как вспомогательный полк делал ее. Ну, не знаю, можно попробовать, конечно. Почему бы нет? Почему бы нет? Ёб твою, блядь, за ногу выдери! Как вы смогли слиться там? Я не буду переигрывать. А у меня нет возможности переигрывать. Да ёб твою, блядь. Окей, мы будем дрочить наемников. Мне до звезды совершенно тот продукт, который мы рекламируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давайте, 30 тысяч, думаю, достаточно. 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, ты имеешь в виду 26. Ну. 4. 5. И 6. Охренеть. Просто взять, слить 3, блядь, армии. Охренеть. Ну, дебила сказочная. М-м-м.
Я недоволен, если кто не понял. От слова совсем. Ну чё они за табуретки? Ну как, блядь, слиться можно было? Хотя полная армия, идите. Надеюсь, вы там сольетесь и сгниетесь. Да. Бурбон национализировали. Так, что там у нас? 134. Ну сейчас закончится все. Да, взяли эту крепость. Скоты. Теперь придется на наемников содержать. Это не круто. Это совсем не круто. Блин, что-то я тупанул. Не взял тут провинцию. Кстати, что там по коалиции? Ну, некоторая дрочь считает, что сможет. Ну, кстати, не такая серьезная дрочь. Угу. Венгрию может трахнуть. Франция. Да Франция, тебе уже ничего не осталось. Франция пойдет. Где мы проиграли? А, наверное... Нет. Мы куда свалили? Брунейские революционеры. А куда они свалили что-то? А где мы проиграли? Мы где-то проиграли. А, не знаю. Так, стоп. Спустить псов. Критянские сепаратисты. Ну это тупо. Еще, наверное, до хрена. Ну хоть тут 10 тысяч. Хоть что-то адекватное. Пропорциональное. Сколько там еще ждать? Да вот-вот. Да в шопу эти типа, настроения повстанческие. Мне по хрену. Тяжело-тяжело, но мы выстояли. А, сами освободите. 10 тысяч. Давайте, формируйте армию. Папа угрожает нашей торговле. Да насрать, пусть угрожает. У нас свобода, демократия. В порядке, живой очередь, я сказал. Я не буду. Ждите. До вас дойдет очередь. Не, ну такие наглые. Они, наверное, думают, что... Слушай, я не на какой-то момент, конечно, отказался, что они хотят от нас отделиться. Или они хотят нас ослабить, или они хотят, чтобы мы какие-то требования для их удовлетворили. Я всегда раньше думал, то, что они просто устают, чтобы умереть. Но сейчас начинает казаться, что раз они так долго и упорно делают, может, они что-то доказать хотят. Ха-ха, да нет, бред какой-то, они просто умереть хотят. Ага, ну да-да-да. Приснится же, привидится же такое. Чё, я зря тут армию создавал. Уж Бруней тогда... Кстати. Ну, попытаться стоило. Пангасинан. Попросить? Да, нормально. Развитие больше так, как мы выбрались. Нет, вот в этих провинциях, или это она откуда-то еще приплыла, эта страна? Чё-то не по... Ух, ёб твою. Давайте не будем туда смотреть. Блин, тут картина не лучше. Ладно, сейчас наведем порядок. Не переживаем. Венгрия, дай проход войск. Скотина. Тупая Польша, дай проход войск. Нет. Скотина тупая. Нахрена тебе проход войск? А, ты воюешь? Ну, воюй, воюй. Успехов. Неплохо мы так заблочили тут. Угу. Так, начинает формироваться. Ну ничего, столицу они уж точно не возьмут. Никто им не даст этого сделать. Давайте, давайте, Хасан-Киевские. Блять, вспомнили такую дрочь. Я просто удивляюсь. Все, вы тут не нужны. А, они сюда ушли. Весело. Ну, путешествуйте, вы не вернетесь, я не собираюсь этих обормотов содержать. Испанская Италия. Угу, угу, все. Нет, еще, но уже полегче.
еще полегче. Как процесс? А, отлично. Все. С этим геморроем покончено. Покончено. Надо добить только тех, кто восстал. И вот-вот хочет восстать. Но это будет не так сложно, в принципе. Давайте, восставайте. Нет, ладно. Не хотят люди восстать. Это радует, это радует, это радует. Куда-нибудь вас сюда хотя бы уж. Наёбная армия, весь профессионализм слил. Ладно, восстановимся. Восстанавливаюсь не после такого, поверьте. Вы еще не видели всего того, что мне приходилось вытворять в этой игре. Ну да, я много чего тут вытворял раньше. Много-много лет назад. Идите в жопу. Каукс. Вроде как все, но это не точно. Все, восстание больше не намечается. Здорово. Ну давайте, не знаю что. Да, было дело. Юля Революшн. Ну вот как-то так, пожалуй. Ну. А, стоп, это нормально. Так. Бывает же. Да. Ай, блин. А? Блять, я заказал настоящие ненаемные войска. Знаешь, так тупануть. Бывает. Только сейчас заметил. Потому что с этим идиотизмом не такое, просмотришь. Это не наш, нам насрать. Это ваша проблема, не наш. Вы же хотите быть залеженными. Революционер. Успею, надеюсь. Была, не была. А, повстанцы добились успеха, мне там написала. Или что крепость взяли. Да не, меня предупреждали, если бы они добились бы успеха. Все в порядке. Бикол, ага. Так, не пугаемся. Но работать тут еще и работать, конечно. Ну, уже новые не восстанут. В основном добить, восстановить армию. По сути-то. Подавить всю сволоту. Ничего, мы... Блин. Мы же не справимся. Ну ладно, была не была. Да не, наверное, справимся. Главное не паниковать. Главное не паниковать. Don't panic. Да, справимся. Эти потери большие будут, но это мало кого волнует. Эти лохи взяли такую с вами. Угу. Угу. Сейчас разобьем их. Ну, маршрут выберите, другой не тупите. Ну, вроде уже получше. Ирак надо срочно форсить.
Ладно, революционеры, ну как, вот этих разобьем, потом пойдем этих мочить. Потому что революционеров можно оставить и на потом, они не сразу добьются условий. Надо столицу взять. А с этими ситуация стоит несколько иначе. А, кстати, шопу империю. Тут еще что-то было имперское? Тут нет. Тут, наверное, было. А. Шопу империю. Вроде все, да? Вроде бы да. Идут, идут. Бергерак, здорово. Все самому. А, нельзя. Ну хорошо. Дальше Конте. Нантес. Угу. Ну что, империю потеснили? Империю. Угу. Ну, получше уже выглядит карта. Все равно что-то она большая. Да там пипец какой-то творится. Ну, только там. Отлично. Сюда бегом. Стоп, 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 мышка. И клавиатура. Клавиатура уродь даже. А где мой фл... А, я их вывел. Тут-то у меня... Что, вообще войск нет? Тут ситуация стоит. Ага. Обкрутишься прям. Ой, не говори. Но она ж дурочка. Ну все, с Суни мы разобрались. Хоть права средние. Ну да, кого волнует, что они думают, действительно. Ой, престижа у нас что, фаните? Да в жопу идите вы. Нет, блин, я должен военную традицию уменьшить. На десятку. Ага, сейчас. Генералы думают. Ага, смешно. Вот так. Ну все, иракские сепары. Угомонитесь. А, ничего. Конечно же так. Традиция буду уменьшать, ага. Садник слабый тут, там, да. А,
А, не надо было освобождать. Ну ладно. Да не ты, блядь. У него самая высокая осадная способность. Угу. Угу. Здорово. Ладно, остановимся. То есть, здорово. А, бывает. Ты вырежь их. Да вы шутите. Да, давайте. Больше пехоты плюс 10%, здорово. Угу. Ну, в общем, остались одни революционеры. Так, кто? Варяй, ну идите, освободите. Кто не в тему. А, ну и там эти додики, но это не серьезно. Адолью, здорово. Ну, здорово. Займы. Еще два. Угу. Значит, у нас или у них? Ау! Ну, разбирайся. Я думаю, у нас уже осталось от войны. Ну нахрен, серьезно? Когда успели? Да вы шутите? Просто возьмите долбанную крепость. Ну блять, вы шутите? Я штурмовать начну сейчас. Я ведь могу, вы знаете меня. Не пришлось стрелять. Угу. Угу. А, мы можем... Нет, еще не можем. Да. Культуру давайте менять, что ли. Чтобы такого геморроя избежать. Да... Ух, нахрен. Угу, армор. Армяне в баню. Возьму в баню. Ашвейки, берберы. Берберы, хорваты. Пока хватит. Не стоит слишком сильно увлекаться. Ах, творение, что ли? Вот это типа волнует. Что там думают дворяне? Я думаю.
Форс. Осталось еще чуть-чуть. И мы все падаем. Все будет хорошо. Отлично, успели. Так, остались последние тут. Сюда. Потом с этими гадами разобраться надо. Угу. Потом восстановиться в целом. Угу. Ну, крепости поосвобождать, очевидно. Угу. Что там у нас по армии? Я не хочу смотреть. Там будет какая-то страшная цифра. 122! Ё-моё. Ну, с другой стороны, 224 мы можем сделать. Этого хватит на оба фронта. Ну все. Кто там пыжится? Лемсон. Угу. Ну, да, ну сюда можно. Не всех. Армия есть. Серьезно, че это я заигнорил ее? Как даже забыл про нее. Правда. А? Тут сепары будет надо. Да, надо. Сейчас, погодите. Ура! Если осталось. Что-то нормально. Туда, значит, сюда. Вас как раз таки в Лемсон, а потом на Гаити. Угу. Я бы все ломать не буду, идите в баню. Еще хватало. Щены в мерла Византия. Ни слава и ни воля. Щена в бачу византийцы. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Так, можно отсюда назвать. Да, еще на умерла Византия. Это радует. Ну, кстати говоря, во всех смыслах это радует. Да, Византия до такого года дожила и чувствует себя комфортно. Кто? Испания? Курила? Тупо. Ладно. Мне как-то Гавайи. Охренеть. Ну, вы даете. Понятно, Португалия беспалевно так. Ой, кто бы там мог быть, я даже не знаю. Так, значит, все, что можно заселить, тут заселили. Только на Филиппинах осталось пара земель, которая не шибко ценная. 5, 3, 5. Ну, давайте. Может, нам повезет. Так вот, транспортный. Я знаю. Так, а вы... А, Дизайн Флот идет. Угу. Вас сюда... Нет. Вас сюда. А! Так, подождите, тогда... Да стой. Проход дашь? Скотина. Так, так, давай, 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 мышка. Угу. Ха, весело. Да, Испания, я так полагаю, в жопе в конкретной. Конечно, штука земель заколонизировали. Вах, питон. Сота от ее. Х.
Ханин. Особо даже смотрю, не переименовывали. Сиситон. Мы тут ни при чем. Виннебаго. Иллинойс. Килатика. Кентукки. Вабаш. Майами. Какой ужас. Наши, смотрю, тут работают. Чё, цена такого нет, ну да ладно. Пусть работают. Лишним явно уж не будет. Так, вы плывете. Да ладно, это же просто горстка революционеров. Ну что, не можете их пинать? Давайте. Выиграли, молодцы. Force Limit. Подождите, тут. А. Я их не подавил, да? Правильно, работайте лучше на земле испанцев. Это будет более рационально. Логично. Значит, говорите, не скоро технологии. Время есть на смену. Ну, давайте поменяем еще что-нибудь. Точнее, говоря, кому-нибудь. Марокканцев, хиджазцев. Давайте, с удовольствием. А, Медину переделать, здорово. Ну хотя бы так. Так, мы все. Да, мы все. Угу. Ну, потихоньку вроде пришли в себя. После такого. Да, после такого, конечно, клиент придешь в себя. Ну ладно. Мы, поверьте, не с такой попы выходили. Я говорю то, что я знаю. Поверьте. Угу. Так. Ну все, вроде подавили всех. Теперь только освободить земли. Все, форс нужен. Давайте по порядку. Каир. Конечно, плохо, что крепости высокоуровневые долго освобождаются. Вы еще тут освобождаете. Угу. Уже все. Праведный. А вот это хорошо, что куда вы изменения легитимности. От старости точно. Где-то геморрой заработал. Ну ладно. А, Испания в жопе. Испания в жопе, в жопе. Что там у нас? Да. Ну, в принципе, я смотрю, вы реально в жопе. А, Кассандра ждал, что это... Ну, они сюда, я чувствую, переберутся потом. Ну да, они даже земли не переделывали толком. Они еще колонизируют тут, охренеть наглость. Ты не говорите. Клоуны. Да, Испания в жопе. Они тоже в союзе с Пшечью. Пшполитой. Отбитой. Так. Вот, вы правильно работаете. Самар. Сюда еще никто не лазил. Можешь лазить. Шары по слоновой кости. Конечно, слоновую кость, так называемую. Так, а вас может даже, наверное, какой-нибудь сюда кинуть. Угу.
Давайте, освобождайте греба здесь. Время так много прошло. Бекол, отлично. Тут это. Грантала мы колонизируем. Почти колонизировали. Ну блин, тут не очень такие уж дикненькие провинции остались. Ну да ладно, заберем, почему нет. Это вообще какая вот эта вот лоховская провинция. Нет, 5-5. А, не все 5, мне показалось, что там 1-3. А, вот, не показалось. Угу. Торгуем чем-нибудь. Вином мы торгуем. Больше ничем. Франция. Франция. У него выхода к морю. А, ну вот это вот дрочь. Угу. Вон Габсбург. Сесилия. А, это... А, Риген, там Тюдор будет. Фредерик Аугустус. Ну, я даже не знаю, кто там из нашего потомства с ним покувыркал, что он стал таким... Чем? Отчеством, фамилием? Отчеством. Август. Аугустус. Угу. А Тюдор это фамилия. Угу. First name, surname, second name. А, вас надо перекинуть куда-нибудь тоже. Пятьдесят админок. Рано. Что там самое ценное? Сено? А, логично. Французскую культуру признаем? Давайте. Она не единая, да? Нет, единая, французская единая. А. Так, культурную карту. Культурную я сказал. Ну, не знаю. Можно признать. Почему бы нет? Во Франции геморрой больше не будет. СМЕРШ. Так. Пикол. Менять культуру. Компанию Go. Угу. Чего мало? Что там дальше на подходе? Лацо компания. Мы не призна... Окей. Угу, все, успокоились на время. Британь можно признать. Да, хорошая земля. Угу. Так, денег полно. Идея. Тоже хорошо. Змей войны хранится плюс один. Здорово. Теперь спада практически не будет. Хорошо. Замахали. Подавить их надо. Иначе они не заткнутся. Угу. Отлично. Так, эти земли возьмут. Тут наемники есть. Иди сюда. Ага, Дамаск теперь. Что, земель кто-то хочет? Священники и дворяне. А вы заслужили. Париж кому? Лучше горожанам. Уверен? Что, есть выбор? Граждан, не надо, чего давайте, они не заслужили.
Да. Шампань, маус. 8-8-6. Блин. О, идеально. Два рядом. 5-7. 3-3-4. Пять, четыре, три. Ай. 5-5-4. Пойдет. Все равно мало. Ну что, охренели? Привет, ты что, охренел? Держите. Теперь-то довольно? Довольно. Победили тут. Угу. Дальше, дальше. Куды? Сюда. Ну все, мы пережили это. Осталось только освободить землю. Это не так долго, не так сложно. Последние оплоты остались. Угу. И их продали. Надо армию новую строить. Сейчас займемся. Угу. Прекрасно. Нас уже не нужны. Легитимность бы подтянуть, хотя не надо. Ну тупо ждать, пока крепости освободят, и все. Все поломали, здорово. С пшещью перемирие кончилось. Берите уже, давайте хоть что-нибудь. Угу. 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 Здорово, Гарантал заселили. Угу. Стандартная процедура. С собой за соскалицы свинтили. Здорово. Угу. Немин как там, там. Немин нас боится. Ты боишься нас. Бу! Страшно? Ну, я хочу попытаться, ну вы понимаете, земельку отжать. Воевать в лом. Сейчас вот с ними, с этой дрочью за что-то. А если так, дадут земельку, а чтоб не взять, согласись. А что дел на шару? Все, коалиция распалась. Здорово. Всегда коалиция пошла ко дну. Угу. Когда мы восстановились. Угу. Но оно того стоило, я не жалею. Ни о чем. Так, эти земли отобьют сами тут. А все, уже крепостей нет. Наемников. Уволить. Тут наемников нет. И тут нет. Все, у нас остались тут такие армии. Ну идите тогда к сюда, что ли. У вас осада 4, лучше вас сюда, а вас тогда уж сюда. Выиграли Дамаск, сводили. Здорово, молодцы. Ну что, к побережью. Соединить. Угу. Вас тоже объединить. На муштру пока. Админ, да нет, рано еще. Что там еще высокоразвитое? Пиренеи? Давайте, Пиренеи. А, вот. Угу.
Эй, не та кнопка. Здорово. Чуть-чуть осталось. Стоп, стоп, стоп. Это не надо освобождать, это не надо, только это. И все. Ну все, мы это пережили. Безумие. Угу. Здорово. Сейчас тут и куда-то они отправились. Угу. Нет, а куда вы отправились? А вот они. Харати Огали Фарфакс. Нет, это не наш. Якоб Хорд. Это тоже не. Первый. И второй. А, окей. Вам все мало. Никуда девать уже очки. Толедо. Как бы с намеком. А, нет, стоп, подожди. А, нажал. Не пропадать же добру. Не. А зачем? А действительно. Тоже муштровать. Конечно. Какие вопросы? Ну ничего, сейчас уже осталось чуть-чуть. Это радует. Инквизитор умер. Бывает. Круто, у нас нет инфляции. Все, здорово. Так, теперь надо... ставить войска. У нас следующая цель — Испания. Кстати, надо претензии поделать. Свилу это я точно брать буду. На 16 25. Окей, все. Позвать. Так, кто под ними? Папа или Савоя? Или папа и Савоя? Ах ты ж, а ты чё за них? Защитник католичества, блин, тупая. Великобритания, ты дура. Ну, блядь, они идиоты, что ли? Клинические. Да не то слово. Ладно, будем покатать против одной Испании. Угу. Так что давайте тогда войска размещать. Нет, стоп, а Испания под кем у нас? Она с Польшей, Богемией. Только с Польшей. Ну что, похороним поляков раз и навсегда. Ну давайте эти армии как раз против Польши кинем. Сюда. 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 И давайте строить новые. Так, у нас с вами сколько там есть слотов, свободных, хоть до хрена. Угу. 10 подразделений полноценных можем сделать. Да-да-да. Так, не туда. Так, ну давайте потихонечку. Раз, два, три, четыре. А, ниже шаблона. Просто сейчас это реально очень долго.
Старая добрая тема. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пока так, пока пять. Шесть. Семь. Ну где-нибудь одну восемь здесь. И что там у нас вышло? 208 формируется, круто, да? 320-353 будет, когда сформируется. Ну, в принципе, все. Теперь нам, мне еще на самом деле места мало. Сегодня я маленькую часть планировал сделать. Сейчас у нас по времени, я сейчас скажу, сколько мы пишем. 27. А, ну почти где-то час и пишем. Ну, скоро кончится место, как раз таки. Доформируем армию, дорастаем ее. И будем готовиться к следующей войне. Психологически. Но это уже будет следующее счастье. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пшечь, пшечь. Воюет в двух войнах. Чё, сепары отделяются, да? Ха-ха. Здорово. Вы там победили? Кстати, чем кончилось? Гаити незалежные! Гаити незалежные! Здорово, только гаити. К сожалению, только гаити. Но это уже неплохо. Гаити это самая богатая же отсюда земля. Еще и монархия. Ну что, здорово. Сенсационная. Ну круто. Испания, я смотрю, уже развалилась. Рыба не очень круто. Что с вами? Еще работаете? Сейчас попробуем как раз таки поугрожать, может быть получится. Против вас быстрее. Пусть армия пока строится. Угу. Угу. Сейчас попробуем, может быть и получится. Стоп. 25. Мощь кавалерии. А давайте. Угу. Ну, попробуем, что тут нам взять хотелось бы. Ал-Юлу. Джабль-Шамар, потому что она большая. Ну что, отдашь? Да, отдаст. Здорово. А-а-а. Сейчас ачивку дадут. По идее, должны дать. Да, вот. Continuation of Diplomacy. Мы получили с вами на халяву провинцию Джабаль-Шамар 1-1-1, 3 зерно. Почему бы и нет? Весело. Ну, он же нам отдал ее, почему бы не взять? Может быть, если твой прокатит. Сейчас попробуем. Хотелось бы Крым добавить, но, скорее всего, они с Крымом меня пошлют. Дорогой. Ценный, точнее. Что-то минералы мрут. Гаония, круто. Ну что, на Крым пробуем ли это? Или они сейчас скажут, слишком вы охренели? Ну, давайте рискнем. А, ну они бы нас бы и так бы послали. Ну ладно. Так, что там у нас? Генералы. Муштроваться. Муштроваться. А. Мы это доделаем. Что там армия у нас восстановилась? 305, да, постепенно, почти что. Да, конечно.
не уйдут. На муштроу. Кстати, Польша, может быть, не пойдет в войну. Может. Да. Да! Крутой чувак. Да. Давайте его даже сюда переназначим. Ближе к этой земле. Ну, пока объявлять не будем. Шеч пойдет. Синар зато за нас пойдет, представляете? Ну, кстати, от него какая-то выгода, может быть, и будет. Не исключаю. Оттяпали земельку. Немного. Ну да, зачем воевать? Если можно не воевать. Ну что, Испания. Там наш дипломат все отозвали. Ну, пока попытался. Ага, кстати, не нулевое желание, однако. Ну, слушайте, это здорово. Ну, в принципе, мы почти что готовы. Сейчас армии восстановить. Сюда генерал обязательно нужен. Да, нужен. А, нету. Нема. Ничего, нам он тут понадобится явно. Поддержку попросить. Да ну нафиг этих мудозвонов. Похрен, что брать в данном контексте. Угу. Да, нормальные чуваки. Это куда? А, сюда. А сюда одного не хватает. И сюда не хватает. Дефицит. Почему у вас, кстати, по 25? Пушку одну не доделали. Где-то еще никого, кого-то нет. Вот сюда идет последний. Сюда, здесь не хватает одной пушки. Ай, одной, я сказал. Ну, все в сборе тут тоже. Ну, вообще, это опасная авантюра. Почему бы не поприкалываться? Даже не вот так, я думаю. Россия не хочет что-то. Да, не воюем. С кем-то. С кем воюем? С Транссаксианой? Я думал, вы ее скушали. Интересно происходит. То ли мин, то ли Россия начинает трещать. Ну ладно, не наша война. Ну не лояльно вы, и чё? Пароли гадят. Ну, в принципе, Испания, я думаю, докушаем. В каких границах? С моря её изгоним. Нам надо вот это всё. Конечно, всё мы, наверное, не скушаем. Ну, конечно, хотелось бы... Сидит максималка. Гранада, кстати, под кем-то. Зальцбург. Великобритания, скотина. Синар позовем. Зато Синар будет топить. Ну здорово, хоть что-то здорово. Ох, так, ну день расставляться, сохранимся. Ну, в принципе, мы готовы. Угу. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баски. И мы сегодня с вами вновь продолжали играть прекрасную, интересную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Европа Универсалис 4. И это у нас была уже с вами 29-я часть прохождения за прекрасную, сильную и мощную Византию. И мы чего мы с вами достигли? Достигли мы с вами следующего. Мы подавили все восстания, какие у нас только были. Сдавили их просто на корню зародыши. Второе, мы создали мощную, новую, сильную 318-тысячную армию. Еще, кстати говоря, мы можем замутить. Кстати, можем. Чтобы не замутить. Где-нибудь здесь. Угу. И мы даже отжали провинцию Йемена, Джабаль-Шамар, забрали эти пески. Ну, пусть хоть будет, хоть что-то, да? Все-таки граница эстетична, плюс эта вот провинция заизолирована. Это не только, думаю, тоже не слишком уж и много.
Блин, наверное, надо было вот это жевать. Ну ладно, потом еще что-нибудь отжевем. Пожмем. Ну ладно, это просто так слово. Ну что, мои друзья, на связи был МК Бацкий. И мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео нашего с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!